Операция «Пешеход». В областном центре прошел профилактический рейд госавтоинспекции по опасным зонам для участников движения. Одна из аварийных точек – улица Смирнова. Здесь неоднократно сбивали пешеходов. Задача инспекторов – напомнить всем участникам движения о безопасности на дороге. В настоящее время в областном центре зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествий. Из них 22 – это наезды на пешеходов. То есть цифра это не больше, чем в том году. В том году было 23. Однако проблема остается. И усилия ГИБДД направлены на стабилизацию аварийности по данному направлению. Конечно, самую большую опасность представляют нерегулируемые пешеходные зоны, особенно в районе остановок. Водители могут даже не притормозить, а люди, спешащие вечером домой, срезать путь в неположенном месте. Встречаются случаи, когда транспортные средства все-таки не предоставляют преимущество пешеходам. Штраф за данное правонарушение составляет 1500 рублей, но также нарушают и сами пешеходы, когда переходят проезжую часть в неустановленном месте. Штраф за данное правонарушение предусмотрен в сумме 500 рублей. Попутно сотрудники госавтоинспекции выявляли и другие нарушения. У кого-то затонированы стекла, у других за грязью не видно госномера, а кто-то забывает включить фары. Реакция на остановку тоже разная. Использование телефона без специальных средств, позволяющих вести разговоры без использования рук, а также не предоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах. И, как правило, самое частое наше правонарушение – это отсутствие страхового полиса ОСАГО. Сотрудники госавтоинспекции рекомендуют водителям быть внимательными на дорогах, а пешеходам по возможности носить светоотражатели. Простые правила иногда могут сохранить жизнь и здоровье. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.